И третий фрукт, который мы сейчас собираемся протестировать, похоже на финик. Я не знаю, финик это или не финик. Похоже на свежий финик. Вот, сейчас мы его попробуем. Это не очень спелое. Коменбомер. Я уже пробовал, но был другой. Diferente. Tipo, parece a textura de uma maçã. Pera, não, pera também. Pera, pera. Mais pera. Quando não tá muito boa, assim, tá meio dura. É igual a textura. E maçã também, tipo, não é. Não, maçã não. Mas mais doce. Tipo, doce, doce pera. Mas eu tentava muito melhor do que essa. Gente, vou tentar mais um. Nesse álbum. Deixa. O que agora? Nesse pior. Вполне возможно, что это таки финик, потому что с косточкой очень даже похожа на финик. Скорее всего, это зеленые финики. Вот. Достаточно вкусно, я не знаю. Я первый, который я ел. Финик, это вот мы уже третий пробуем. Первый был гораздо вкуснее. Давайте еще один вот позеленее. Мне кажется, вот зеленые, они более вкусные. Ну, Итак, не знаю, немножко зеленоватый.